Личным примером председатель Бобруйского горосполкома на осмотре врача в Триесе поликлинике перед вакцинацией против гриппа. Игорю Киселю измеряют сатурацию, давление и уточняют, есть ли противопоказания. Все в полном порядке. Значит, можно прививаться. Вакцинацию нужно проходить каждый год. Это вот я по себе знаю, уже с 2014 года ежегодно прививаюсь. Но, естественно, это защита от вирусных болезней. Правильному примеру следует также первый заместитель председателя горосполкома и главврач Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Ведь только благодаря ежегодной вакцинации иммунитет под надежной защитой, тем более процесс быстрый и безопасный. Я лично всегда вакцинирую, вся моя семья. Вот сегодня привел еще половину своей команды, половина будет уже завтра прививаться. Необходимо делать прививки для того, чтобы улучшить свое состояние, выработать иммунитет, как общий, так и коллективный. Если человек привит, то с большой вероятностью, что он не заболеет. Вакцина не дает стопроцентную гарантию, но она дает гарантию от тяжелых исходов и каких-либо осложнений от самого заболевания. В поликлиниках препарат предлагают на выбор – российский, французский и голландский. В этом сезоне ожидается одновременная циркуляция двух вирусов – ковида и гриппа. В группе риска – дети, беременные, пожилые и те, кто имеют хронические заболевания. В Бобруйском районе уже вакцинировалось 8% населения. В планах привить не менее 40%. Выбор состоит за пациентом. Главное – пациенту каждому прийти сюда и сделать эту прививку, поскольку это самое надежное средство не только против самого заболевания, ну и против осложнений гриппа, которые, как правило, потом сказываются в течение всей жизни. В осенний период стоит быть еще внимательнее к состоянию своего организма. Вакцинация – самый лучший способ предупреждения различных болезней. Вовремя сделанная прививка позволит уберечь себя и своих близких от нашествия вирусов. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.